Ратифицирую конвенцию, это будет начало. Сегодня ко мне подходили журналисты и спрашивают, что будет дальше. Мы будем продолжать эти действия. Мы будем продолжать до тех пор, пока у нас не будут в полной мере созданы равные права и возможности. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддержали. Я надеюсь, что в будущем мы встретимся и будем говорить уже о том, что мы подписали, ратифицировали и все сделали, и все у нас хорошо. Спасибо, желаем вам счастья.